остановились на привал у кафе «Граница». Так, ночь прошла нормально, спокойно. Кстати, рекомендую для ночевки и для кратковременной остановки вот это место для тех, кто отправится на восток. Мензинский район, граница Мензинского района. Кафе, магазин называется «Граница». Доброжелательные. Доброжелательные люди. Магазин хороший. Автозапчастей нет. Но не замерзайка. Напитки. Реклама забивает все. Ну, в общем, рекомендую место для остановки. Это мой комментарий в салоне автомобиля. Ну, набережные Челны проехали километров, наверное, 10 в сторону Уфы. Так, на, ты любишь такие вещи? На заправку вчера дали. Машинка работает в деревне. Четвертый, машинка работает в деревне. Стелка, не разгоняйся, машинка стоит. Четвертый в канале? Машинка работает, были аккуратнее. Которые, наверное, сидели с нами в кафе здесь, они, наверное, там. В кафе. Ничего, ничего. Что, так и не пришел? Так, ну, двинулись. Ну, как видите, стартовали. Сейчас я немножко подготовлюсь и стартую. Место «Сосновый бор». Кафе. Нет. Прямо на трассе. Козел, короче, поставишь его. Трасса М7. Вот такой милый диалог. Так, справа река Буклы и ручей Кугашевский. Слева населенный пункт Верхний Токермин и река Каташ. Впереди населенный пункт Кузембитьево. Набережные Челны остались километрах 15 позади. Впереди город. Ограничение 60.
правой стороны, как я уже говорил, Кузьмбитьево, населенный пункт. Впереди населенный пункт Усаево. Впереди также река Мокрый Захар. Интересное название. С правой стороны вдоль трассы тянется река Ургуда. О, Господи. Справа по ходу Топасево, деревня, по всей вероятности, это Топасево или Топасево. Там же река Мазинка, деревня Старая Мазина. Справа также река Обезьянка и деревня Гришкина. С левой стороны Новая Александровка и далеко, километрах в 5, Бакча-Сарай. Бакча-Сарай. Информацию о трассе вы слышали. Обычно по утрам дежурят, зарабатывая на обед. Справа по ходу деревня Канонерка, река Мензеля. С левой стороны река Ашпаленка. На деревне Коноваловка и Белопахотный поселок. Вот река Мензеля, река Мензеля тянется вдоль трассы на приличное расстояние. Ну, работает радио FM. Слушаю новости. Кстати, радио FM только вблизи населенных пунктов. Thank you.
впереди мост через реку Елховка, с левой стороны деревня Юртова, впереди развилка. Впереди развилка. Если влево уйти, то в город Мензелинск. Мы возьмем право. Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 90. Так, парная камера, это что означает? Она на старте фиксирует и на выходе, и считает среднюю скорость. Солнце временами то в бок, то в спину, это в лицо, то в бок, то в лицо. Но это обычная картина утром при движении на восток. Сергей Зоркий, логин Сергей Зоркий, спрашивает, будет ли в ближайшее время возможность до Урала проехать по М5? Я сомневаюсь, что до лета я куда-нибудь поеду, потому что сейчас проект по изучению телеграфной азбуки. Я преподаю в школе ребятам этот предмет. Будет, наверное, более свежее видео, но это через дней 10 после этого маршрута Москва-Кемерово будет видео о маршруте Москва-Красноярск. Но там тоже по семерке едем, там поплутал я немножко, по пятерке не ездил. Давно уже не ездил, был интерес, но так вот сложилось. Так, продолжаю комментарий. С левой стороны поселок. Совхоз имени Воровского. С правой стороны река Холодный Ключ. Впереди с правой стороны поселок Дружба. Другие достопримечательности мест, куда можно привязаться, пока не вижу. Так, впереди Дыреевка, населенный пункт с правой стороны, с левой стороны Маткауш, и впереди слева поселок Аю. С правой стороны далеко, ну, примерно в километре от трассы Мензелинское лесничество, большой такой массив лесопосадок. Больше ничего, по правде говоря, на карте не вижу. Солнце в лицо, мне очень приятно. Так, проехали поселок Аю. Справа в километре, в полутора километрах
деревни Степановка, прямо по ходу река Камышла. С левой стороны далеко, километра, наверное, 3, Куяново. Далеко справа, километрах в 5-6, река Урмяшка. Эфир молчит. Я имею в виду 15-й канал. Интенсивность движения невысокая. Двигаемся на солнце. Так, слева по ходу старая Александровка. Далее дорогу пересекает река Ик. По мосту проедем. Но русло причудливое. Местами ровное, местами петляет. Двигаемся в сторону, в сторону Уфы, наверное, самый ближайший крупный город. Купи, продай. Так, далеко впереди, километров через 4-5, населенный пункт Поисево. По и сего. Река прочитать пока не могу название. На километрах, наверное, в 10 впереди река Базянка. Базяна. Река Базяна. С дороги будет поворот Поисево, правый поворот. Ну а левый поворот там далеко уходит, я не вижу крупных населенных пунктов. Проехали Поисево, с левой стороны Качкино, впереди далеко река Терпеля, с левой стороны примерно в 3 километрах
деревни Усы. С правой стороны Анякова, Старая Айманова, Колунова. Кругом поля слева и справа, сельхозугодья. Вот такой аграрный уголок. Пока есть возможность, слушаю радио, но скоро это кончится. Впереди левый поворот будет на поселок совхоз имени Кирова. И дорога идет Старая Сафарова, Терпели, ну и так далее. С правой стороны, ну, кстати, будет мост через реку Терпеля. С правой стороны Олиманово, Верхнее Яхшеево, Нижнее Яхшеево. Вот такие вот населенные пункты. Совсем далеко Татарская Булярова, Старая Саитова. Но это километрах в 10 справа по ходу движения. Иногда оживает эфир 15 канала. Ну а так, движение слабенькое, интенсивность слабая. Кстати, по пятерке я поеду от Уфы. Через перевал Уральские горы в этот раз и в варианте Москва-Красноярск. Тоже по семерке, потом на пятерку и до Челябинска. Справа километрах в 3 Верхнее Яхшеево, Нижнее Яхшеево. Километрах в 7-8 впереди Старая Байсарова. Это кто-то по дороге подсказал, что стоит дядька с полосатой палкой. Общепринятая система оповещения. Если едешь и видишь, что на трассе стоит с полосатой палкой, то проехал его, мигаешь фарами встречному автомобилю, подсказываешь. Так, впереди совсем недалеко Старая Байсарова, с правой стороны, за ним Чишмабаш. Далеко в стороне, километрах в 5,
чей Олег. В основном поля, пашни. Ну вот в салоне комментирую, что ФМ закончилось. Работает радар-детектор. Значит, где-то камера фиксации. Предупреждаю по радио ведущего. С левой стороны населенный пункт Зяйляу, прямо по курсу Исаметова, ну и больше населенных пунктов не наблюдаю. Поля, овраги и лесной массив. Эфир тоже не очень. Пятнадцатый канал не очень оживленный. Интенсивность движения слабенькая. Небольшая речка Кичесу с левой стороны Старокуктова. Вот и все населенные пункты пока. Что-то там говорю в салоне, сам не слышу. Или радиостанцию нужно делать тише, или как-то настраивать. Впереди мобильный пост ТПС. Микрофон. С левой стороны походу будет Верхний Еркеево. Если это село, то очень большое, достаточно большое.
Будем проезжать по окраине. С правой стороны пруд Гапоновка. Ограничение 60. Ну, полотно дороги временами видно, что колейность. Разметка. Сами видите, какая. Мы проезжаем Гапоновку, Верхнее Яркиево. Так, Верхняя Яркиева стоит на реке Ачесу. Двигаемся по трассе М7. Впереди развилка. Принимаем влево. Далеко впереди вижу, ну, километров, наверное, 15 дюртюли. Больше ничего слева, ни справа не наблюдаю. Кстати, вот во время движения я подумал, снега-то много. Что будет, когда начнется снеготаяние? И вот сегодня передали, что в Красноярском крае, в частности в Барнауле, в Омской области началось интенсивное снеготаяние. Началось интенсивное снеготаяние, где-то уже подтапливает поселки. Далеко справа Кызыл-Байрак. Километра, наверное, 2-3 вправо. Так, ладно, пока ничего интересного по ходу нет. Отвечу на комментарии. Логин. Анатолий Маринин написал: на мой вкус старый формат Акинори плюс комментарий на диктофон было
идеальный вариант. Ну, обрадую, что во время движения вышла из строя GPS-антенна видеорегистратора DataCam. И вот от Чулыма и до Кемерово съемка велась на видеорегистратора Кинори. Но там недостаток. Мне он вообще всем устраивало, Кинори. И качество съемки, и функциональность, и вот информативность, то, что пишутся названия, регионы, номер трассы. Но микрофон с каким-то скрипом, трудно даже объяснить, какой-то треск постоянный, надо разбирать его, но разбирать, откровенно говоря, не хочу рисковать, там, не дай бог, повредишь его, вот, надо будет выбрасывать. Так вот, от Чулыма до Кемерово ввел запись на видеорегистратор Акинори. Проезжаем населенный пункт Лаяшты. Интересная форма у него, шестилучевая звезда такая. Сверху симпатично смотрится. Больше ничего достопримечательного ни слева, ни справа не вижу. Продолжаю отвечать на комментарии. Сергей Зоркий, логин. Будет в ближайшее время возможность до Урала проехать по М5. Маловероятно, потому что я уже в комментариях говорил, что начал реализовываться проект по изучению телеграфной азбуки. Вот и по всей вероятности, ну, с большой долей вероятности, что до каникул, до лета, я уже, наверное, никуда не поеду. Были, предложили три варианта, я говорю, вот Екатеринбург, потом Курган, по-моему, сейчас уже не, в общем, три маршрута, но я отказался. Начинается с левой стороны и тянется вдоль дороги Осяново. Село Осяново. По курсу пересекать будем реку Куваш. С левой стороны в отдалении Верхнекаргина. Еще дальше Нижнекаргина. Больше особых примечательных моментов не вижу. Впереди город. Ограничение 60. Александр VII написал. Так, что же здесь-то было? Так, Александр VII в комментарии к пятой серии написал. Что же он написал-то? На 4 минуте 40 секунды перед развилкой слева неплохое кафе, где можно быстро и недорого пообедать. Так что, отправляясь в поездку, прислушайтесь к совету Александра VII.
Так, сейчас поворот направо в сторону. Города Уфы. В сторону Уфы. Если не ошибаюсь. С левой стороны далеко Дюртюли. Сейчас подъедем к этой развязке, к этому повороту. Если я не ошибаюсь. Правый поворот на Уфу должен быть. Так оно и есть. Во время движения пользовался навигацией на смартфоне. Должен сказать, этот навигатор меня здорово подвел. Но ближе к месту я скажу, почему и как. Далеко справа по ходу Таймурзина населенный пункт. Ну там ближе больше ничего не видно. Это главком орёт там что-то. Так, на заправке небольшой отдых. Я многократно проезжал через Уфу на Челябинск. Многократно. Прекрасно знал дорогу. Но вот понадеялся на навигационную систему. И она меня потащила через город, через Уфу. Но нет худа без добра. Посмотрите город. По улицам города Уфы. Петлю, конечно, сделал приличную. Прекрасно знал, что есть поворот там на развязке. И с семерки сразу уходишь на пятерку и в сторону Аша, Сима и Рязани туда, за Урал.
И главное, визуально помнил ту развязку, все, не стал поворачивать, доверился навигатору, он меня потащил через город. А в маршруте Москва-Красноярск, значит, уже не стал надеяться на навигатор, а решил поехать вот по памяти. И, значит, не на той развязке ушел. Ну, лоханулся я, конечно, круто. Кто будет смотреть, например, Москва-Красноярск, посмеетесь над лохом. Так, короткая стоянка, и снова двигаемся. Вот как раз на эту тему разговаривала. С правой стороны Салпарова деревенька. Дальше впереди и справа Куяново. Вот так вот. С левой стороны Имай-Утарова. Еще дальше Тамакова. Еще дальше Ацуярова. И еще дальше совсем далеко Юкали-Кулева. Повторять не буду. Начались концерты. У главкома спать не хочет. Но по утрам встает нормально, без капризов. С правой стороны река Евбаза. Справа по ходу Ивачева и Саитова. С левой стороны Имай-Утарова и Москово. Москово. Ну, чуть ли не Москва. Река с левой стороны Якубазы. Так, вся территория в полях разбита на геометрические фигуры. Так что, отправляясь в поездку, берете с собой смартфон, будьте крайне внимательны и прокладывайте маршрут небольшими участками. Если брать стационарный, специальный навигатор, там, конечно, проще. Он сам выбирает в объезд городов. С ним проблемы не будет. Да привыкаешь к этим навигаторам и
надежде, что и на смартфоне, и специальные вот эти навигационные системы, ну вот так вот они иной раз подводят. Так, далеко справа Гумерово, Толбазы, Тузлукушево, с левой стороны Шелканово, Маядыково, Чишма, Акуди, Старобазаново, Усаково. Не, ну невозможно. Сейчас угомонится этот главком. Потом продолжу комментировать. Опасность. Ограничение 90. Засранец. Прямо по ходу Карача-Елга и через 4, примерно 5 километров Чуаша-Тартыш, трасса М7. Так, в отдалении достаточно много мелких деревенек. Слева по ходу нарисовывается река Белая. Крайне редкое название для России. В основном речки черные пишут. Почти в каждом регионе есть по черной реке, река Черная. Так, с левой стороны Черша-Тартыш. Далеко километров пока с этого места, километров 10, наверное, река Белая. Слева небольшая река Чермасан. Читаю по одному разу, чтобы не смеялись. Где-то камера. С левой стороны сказал Матвеева, Старобаскакова, Епарка, населенные пункты. Проехали, по-моему, уже развязку эту. Thank you.
интересное название. В километрах в 20, наверное, от трассы с левой стороны. Благовещенск. Ну, Благовещенск вы прекрасно знаете, он находится на востоке, на трассе Амур. Это одноименное название. Слева населенный пункт достаточно большой, Кушнаренково, Тарабердино. Кушнаренко стоит на реке Белая. Зашуршил бумагой в салоне. Да, в дорогу с собой беру вот эти вот россыпи, сухофрукты, там цукаты, орешки. И питательно, и есть чем себя занять. Ведущий собирается в Уфу ехать. В Уфу заезжать я, ну, тоже вынужден буду заехать. Да, привыкаешь к навигатору, и уже на местности не ориентируешься. Но это, по всей вероятности, уже будет следующей серии движения по Уфе. Справа по ходу деревенька Субай, 5-6 домов. С
левой стороны Мамякова. Прямо с правой стороны Нижнеагбашево. Воецкое, Шарипово. Совсем далеко, справа километров 20, наверное, казарма, населенный пункт. Далеко слева, на километров, наверное, 7-8, Петропавлово. Далеко слева озеро Ракуль, озеро Кумлыкуль. Ну, условно озера, я смотрю на зеркало, воды совсем маленькие. Так, прудик небольшой, я бы сказал. С правой стороны Шарипова, Кармасан, Султанаева. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. С правой стороны деревня Волково, ну, крупная деревня, нужно сказать. И Вольно Сухарева. Также с правой стороны река Сикияска. Небо голубое, чистое, дорога сухая, разметки временами никакой. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 70. Зато пост ДПС обязательно. Ну, никаких постов нет, это просто предупреждает. Хорошая функция, кстати, мне нравится. Поворот. Ограничение 40.
Так, прямо по курсу населенный пункт Подымалово. На этом заканчиваю седьмую серию. До встречи в восьмой.